Ну что ж, гость уже у нас в студии. Сегодня у нас в гостях кандидат филологических наук, шеф-редактор Амурского областного телевидения, наша коллега Алена Рябова. Здравствуй, Алена. Алена, привет, очень рад тебя видеть. Доброе утро. Поделись с нами своим настроением, ну и со всеми зрителями заодно. Как утро начинается-то, Алена? Да. Утро начинается, как правило, с новостей. Так. Чаще всего утро начинается с новостей на Амурском областном. Тебя кто-то будет и говорит: Алена, смотри, что случилось. Да? Меня будет будильник и говорит: Алена, пора на работу. Уже скоро новости пойдут. Все. Никак. Ясно. А сегодня как? Что-то новое было? Утром. Сегодня с утра новое. Сегодня с утра у нас было про выборы мэра. Да, да, очень актуальная новость, кстати, действительно. Ален, сегодня мы говорим об образовании, ну, в частности, о том, как подготовить детей к школе, но поскольку ты у нас кандидат филологических наук, выпускник МГУ, да, мы с тобой будем беседовать об образовании высшем, в частности. Ну и вот смотри, сегодня есть такое мнение, да, что ценность высшего образования сильно преувеличена. Твое отношение к этому, так это или не так? Вот каково твое мнение? Необходимо ли высшее образование вот действительно строго для того, чтобы устроиться на работу, или можно какие-то альтернативные пути найти? Вообще, дело в том, что когда говорят, зачем нужно высшее образование, и оно не обязательно для того, чтобы устроиться в жизни, в общем, меня эти разговоры сильно веселят, иногда раздражают. Почему? Потому что, конечно, без высшего образования можно стать большим человеком. Есть такие примеры людей там, с 3 классами, с 9 классами и так далее. Но знание – сила, незнание – рабочая сила, как правило. Угу. Поэтому, ну, смешно говорить о том, что знания, например, бывают лишними. Мне это слышать странно. Вот, зачем человеку, который работает там, да, на производстве, знать, не знаю, теорию относительности? Ну, наверное, незачем, но это может, знания могут помочь ему, например, когда-то перестать быть, там, работать на производстве, угу, быть таксистом, официантом, ну, кем-то таким, где образование не нужно, и подняться. Вот. Кроме того, обучение в вузе, в хорошем вузе, ну, по крайней мере, по моему примеру, просто приучает развиваться. Вот. И это само по себе, там, за счет, понятно, каких-то нужных, ненужных отдельных знаний, это приучает развиваться, приучает расти. Примеры, которые вокруг тебя есть, они приучают тебя к тому, что ты не можешь быть никем, что ты должен стремиться. И мне кажется, что то, что сейчас стремление вот это к высшему образованию немножко принижается, что говорят о его ненужности, мне кажется, что это плохо в целом для людей, для большинства, даже если они никогда не станут там большими учеными. Ну смотри, тогда в противовес есть у меня для тебя вопрос. Даже Чернышевский еще в свое время был сторонником самообразования. Как мы все знаем, он не закончил Ленинградский университет, он потом только поступил, и удалось ему завершиться уже при поступлении на работу. Настояли работодатели, да? Все-таки самообразование, говорит, ведь это может быть тенденция 21 века. А приучать к самообразованию будет кто? То есть школа, недаром мы сегодня говорим про 1 сентября. Я ведь к чему тоже это задаю вопрос, Алена. Вот среди твоих сокурсников многие ли работают по специальности? Вот получили филологическое образование и... Журналистское образование. Ну, журналистское, да. Угу. Почти все. Да, у нас 300 человек выпуск, почти все работают в СМИ. В самых основных СМИ у меня есть знакомые. Я думаю, что это потому, что как раз вы попали в ту струю, когда СМИ широко развивалось по всему, по всей стране, по нашей, по всем регионам. Вот, видимо, удачно. Потому что вот я знаю очень много примеров из своих, кто ребята заканчивали, ну, не только мои однокурсники, а немножко там позже, кто заканчивали языковые, да, языковой профиль, то есть это был китайский язык, английский язык, и потом, если не связана была работа с языком, то это забывалось, все эти знания мгновенно забывались, через 5-6 лет человек даже не помнил, что вообще он там учил, какие тексты говорил, вообще как разговаривать на том или ином языке. Ну, наверняка. То есть знания просто утеряны. 5 лет, которые человек провел в университете, они просто потеряны, эти знания. Но если он начнет вдруг найдет себе работу с языком, то ему понадобится немного времени для того, чтобы это восстановить относительно. Думаю, что не так все легко. Скажи, как можно поддерживать знания для того, чтобы не потерять их вот в течение 5-6 лет, если вдруг тактика не связана с основной профессией? Ну, для этого нужна самодисциплина только. Только если заниматься самому, читать газеты, я не знаю, на языке, там, смотреть фильмы, каким-то образом находить людей в интернете, с которыми общаться, может быть, из этой страны. Но только в живом диалоге, иначе никак. Но для этого, правда, нужна самодисциплина. Сидеть, заниматься. Я тоже не помню испанский язык, где я его учила в университете. У меня работа с этим не связана, и мне для ежедневных новостей он не нужен. Тем не менее. Ну, понятно. Что нужно, по-твоему, вот выпускники сейчас выпустились, чтобы подготовиться к университету, вот сейчас вот начать учиться? Что нужно?
Чтобы подготовиться к университету? Да. Да, мы так хитро задаем вопрос. Как ты готовился к своему университетскому сезону? Пойти первый раз, как говорится, на первый курс. Ну, у меня был единственное, что репетитор по иностранному. А так я готовилась сама по школьным знаниям. Но у меня была относительно хорошая школа, хотя и совершенно обыкновенная там подмосковная школа. Вот. Люди, которые учились со мной, готовились по курсам вступительным там же, подготовительным. Вот. Либо у них тоже были хорошие изначально базовые знания, да? Наших первоклассников амурских, я думаю, это только все ожидает, потому как пока у их родителей другая забота – подготовить детей к 1 сентября. Давайте узнаем, как амурчане готовятся к 1 сентября. Вот сейчас и начнем подготавливаться. Будем покупать вещи, портфель, все самое необходимое, канцелярия и тому подобное. То, что нужно, то и покупаем. А это было так давно, что я уже забыл. Чтобы вещи качественные были там. Канцелярию, портфель собрать. Что-то мы с прошлогодним, допустим, перешьем, что-то сделаем. Ну, а так, у меня есть возможности, я одеваю. И мне 72 года, я откуда знаю, как вот сейчас лучше. Что нужно по порядочку, что увидели, взяли. Что подойдет, то и покупаем, получается. Ой, не знаю, как. А как ее подготовить, не знаю, здесь все купить и все, да что. Ходим, смотрим вещи, и чтобы подходили. Возвращаемся в наш прямой эфир. Сегодня у нас Алена Рябова, кандидат филологических наук, и наша коллега, шеф-редактор Амурского областного телевидения. Алена, поскольку мы уже завели разговор об образовании, все мы знаем, что сейчас Россия постепенно переходит к европейскому стандарту образования, а именно двухступенчатому, да? Бакалавриат, а далее магистратура. Твое отношение к этому? И по каким стандартам пока ты еще училась? Наверное, был специалитет, да еще? У меня было еще 5 лет. 5 лет без права досрочного освобождения. Сейчас министр вообще говорит о том, что пора переходить на 2+2+2. То есть... Еще одна ступень. Да. Так. Я не знаю, насколько, каким образом собираются перегруппировать предметы, да, на 2+2+2. Но бакалавриат, магистратура, в принципе, зависит от конкретного вуза, по моим примерам. Какие предметы они в основную базу поставят. Закладывают, да. Да, а какие оставят на магистратуру. Вот, бакалавриата, опять же, вполне достаточно для того, чтобы там стать человеком. Вот, но магистратура – это ступень к дальнейшему образованию, к повышению квалификации, там, к росту, к получению там образования за рубежом возможного и так далее. Поэтому это кому что нравится. А вот. Имеет ли значение тогда специальность? Специальность? Да, вот смотря по какой специальности человек обучается. Ну, например, творческие специальности, там, я не знаю. Ну, так или иначе, конечно, имеет. У них же есть специальные предметы. Вероятно, не все можно перевести именно по западному образцу, по европейскому стандарту. Может быть, что-то нужно и оставить? Честно говоря, не знаю, на журфаке перевели, например, да, 4+2. Мучились долго, чертыхались, но пришли сами к тому, что, наверное, так будет лучше. Вот, потому что перегруппировать предметы на самые нужные и на те, которые можно освоить потом, вот, это полезнее, чем изучать все вперемешку. Может быть, даже так правильно, но зависит от конкретного вуза. Кто-то говорит, там, неполное высшее образование, ай-яй-яй, не знаю. Ну, ай-яй-яй, еще многие говорят относительно заочного образования. Я знаю, что сейчас МГУ отказался от заочного образования полностью, в том числе и на факультете журналистики. Вот твое отношение. Лично мне кажется, что журналистика как раз такая профессия, где заочное образование необходимо, когда можно теорию и прикладные свои какие-то знания совмещать. А сейчас получается, что студенты этого лишены. Ну да, есть такой момент. То есть на фундаментальных физико-химических факультетах, я, конечно, неплохо разбираюсь, скорее всего, там нужно дневное, вот, потому что нужна практика, лаборатория, та-та-та. А на журфаке могло быть и заочное, вполне. Но университет просто, если отказывается, он отказывается целиком. То есть, невозможно так, они просто так программы переделывают. От всей формы отказываются, да. Понятно. А твое отношение в целом тогда, пусть если даже это не журфак, как ты можешь отнести и, может быть, оценить даже в какой-то мере с точки зрения кандидата наук заочное образование? А людей становится меньше сразу поступающих, получающих высшее образование. Вот, то есть срезается отделений, больше нет, меньше поток. Вот, может быть, это неправильно для тех людей, которые уже получили какое-то образование. Им нужно уже второе высшее, они взрослые, у них семьи, там, работа и так далее. Вот, но они этого получить не могут. Наверное, это плохо, скорее.
уровень заочников наших, вот они, очень многие заочно получают образование, все понимают, что, очень многие, точнее, понимают, что этот уровень недостаточно высок, что это так, лишь бы вот получить диплом, приезжают там как-нибудь быстро-быстро, наскоком что-то там, ну как-нибудь там, где деньги сдали, где подарок подарили, где там чуть-чуть выучили за два дня, ну что там за два дня можно выучить. И вот это вот так вот комом, но диплом, в конце концов, получают диплом выше, о высшем образовании. Может быть, именно на это направлена вся реорганизация? Ну, это отчасти правда, но есть же и студенты, которые хорошо занимаются даже на заочке. То есть отсекается и этот поток в том числе. Ну, не хочет человек учиться, но не заставишь его. На журфаке с третьего курса свободное посещение на дневном. Угу. Вот. Люди приходили только на сессии, несмотря на это, ну, кажется, что-то осталось в голове. Ален, вопрос такой. Ты перед экзаменами гороскоп свой смотрела? Да, нет? Или вообще какие-то суеверия. Суеверия какие-то были перед экзаменами. И не обязательно перед экзаменами, можно даже перед сезоном учебным, например, что-нибудь подложить в туфельку. А знаете, есть такое поверье, каждую сессию в общежитиях МГУ, точнее, вокруг общежития МГУ, ровно в 12 часов разносится клич «Халява, ловись». Да, да, я знаю, как это есть. Да, люди выходят за четками, или вот выставляют в окна, или выходят на улицу и кричат «Халява, ловись». Но я никогда так не делала, у меня не было времени, я учила в последнюю ночь все. Мало кто знает, что «Халява» – это была дочка Ломоносова, ой, собачка Ломоносова, которая прыгала из окна, и ее должны были поймать. Вот кто поймает, тому сразу автоматический зачет. Хорошо, что не дочка.